Герой Советского Союза Семен Семенович Давыдов родился 6 августа 1921 года в деревне Троицкое Ербейского района Красноярского края. Окончил 7 классов школы, затем 2 курса педагогического училища в Канске. После 2 курса в августе 1938 года Семен Давыдов добровольцем ушел в армию и был направлен в Томское артиллерийское училище. Великую Отечественную войну Семен Давыдов встретил в Белоруссии в звании старшего лейтенанта артиллерии. В 1944 году дивизион Давыдова сыграл решающую роль в форсировании Западного Буга, когда артиллеристы точным огнем помогли удержать плацдарм после серии вражеских контратак. За 7 дней непрерывных боев дивизион прошел 200 километров от Западного Буга до Вислы и сходу форсировал ее, вновь отличившись в боях за плацдарм. Отважный артиллерист 4 августа 1944 года был награжден полководческим орденом Александра Невского. При форсировании реки Одер 4 февраля 1945 года командир артиллерийского дивизиона гвардии майор Давыдов вместе с первыми взводами пехоты переправился на западный берег реки и под ожесточенным огнем врага, корректируя огонь дивизиона, нанес противнику большие потери в живой силе и технике, чем способствовал захвату, расширению и укреплению плацдарма на западном берегу. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года гвардии майору Семену Семеновичу Давыдову было присвоено звание Героя Советского Союза. 21 апреля 1945 года командир дивизиона гвардии майор Давыдов в боях на западном берегу Одера находился в боевых порядках пехоты и корректировал огонь дивизиона. Отважный артиллерист был тяжело ранен на подступах к Берлину. Семен Семенович Давыдов умер от ран в госпитале 27 июня 1945 года и был похоронен в городе Бернау.